Команды из разных стран приехали со своими флагами. Сейчас вон я сниму. По-моему, это Казахстан, кстати. То есть за моей спиной это вот, я так понимаю, вантовый мост. Вон там целая команда с флагами из Казахстана. Казахстан, вы в прямом эфире! Вот так вот, тут целая команда из Казахстана. Это, я так понимаю, что это вантовый мост, он тоже сделан по струнной технологии, то есть вот, по сути, он подвешен на таких вот тросах. Сейчас я пройдусь прямо по мосту. Вот я поднимаюсь, вот эти ванты. Оп. Снимаемся. Да. Ой, ну вот смотрите, сколько народу на мосту. Мост, в принципе, всех выдерживает. Так. Тут даже с флагом. Так. Правда, мост, он не жесткий и немного качается.